Чима 20 минут. Берем такие три блока. У него два лазера по бокам, помимо того, у него лазерные глаза. У него джетпак на полет стоит, он может еще летать. Где его так? Просто четырьмя лазерами вообще ничего не может сделать гигантскому тимену. Вот так делаем. Подойди его так, Гимба. Посмотри, его колбасит, посмотри. Чему начало колбасить? Если бы еще буквально на 10 секунд 5, он бы себя сам уничтожил. Вот здесь появляется какой-то странный спидит. Не надо пока. Подойди его так. Заткнуты уши, а вместо рук у него пилы, которыми он отрубил колонку. Не пока вот так. Смотри, на нафиг. Он ему отрубил еще одну клешню! Поэтому не заметил сразу. Дети так. Он ему просто берем такие механизмы провода. Одна клешня. В это время в спину. Вся фриз. Берем вот такие блоки. Берем такую лежачку и ракета. Увидишь ее. Опять врубаем. Да вот так. Все. Этот момент, конечно, где его так? Возвращается побитый, избитый, блин, а гигантский спин. Берем ракеты и ее улилищие. Я думал, что на этом моменте он погибнет, если вот так делали. Сражался против всех. Один против всех. Это еще. Где я защищу от тачка? Его все там вдалеке, посмотри. Защитачка! Создание, посмотрите, у него 4 какие-то гигантские. Всё. Берём такой блок и лазер. А, у него 4 меча в руках гигантских. А, нет. Два лярыса берём. И берём, и... Ой, пыта, блин. Улилищи её. Блин, если бы они его захватили, это пипец. Это вселенная скибидистов была бы просто, просто захвачена полностью скибидистами. Он прилетал. Где его так? Уже нет, он успел телепортироваться. Он там просто свалил так отсюда. Куча его там перестали валяется. Вот так. Джетпак валяется. Потом где его так ему? Все-таки он успел. Все расходятся. Вот опять Джимен показывает нам. Где его так? С вами видим вот это лицо. И вот так, да, ребята, это лицо Дафаги. Берем любого профессора и крота робота. Что? Я даже боюсь представить, что уже будет в следующей серии. Так, сейчас мы сделаем обратный реверс этого видео. Итак, ребят, все делаю в прямом эфире. Ничего не вырезаю. Где вот так? Потом так делали. Потом делаю так. Все это дело делаем просто инверсию и делаем небольшой реверс. Теперь это должно быть в конце. И когда он приходит, он это сможет. Так... Внимание. Погодите-ка. Берем еще такую раз. И беру еще одну пушку и делаю его так. Понятно. Так, еще раз. И так. Так, то есть он говорит, это фантастическая лап, фантастик трэп. Внимание. Я рот такой веротки так делаю. Он точно сказал про ловушку. Давайте чуть-чуть медленней. Когда он меня начинает, тогда улилище его. Я понимаю, что появилась у нас реклама. Какая-то фейстик трэп или бейсик трэп, или классическая ловушка, или фантастик трэп. Короче, вот так. Он понял, что он попал в ловушку. Тебе 2.0 году. Я замечу, надо еще спринт. Первый надо все себе. Назад.